уважаемые зрители музыки! Начинаем заключительный концерт лауреатов первого всероссийского конкурса дирижеров. В концерте принимает участие оркестр русских народных инструментов имени Сергея Васильевича Рахманинова, художественный руководитель Ольга Лаптева. Дирижирует Филипп Гагалаян. Первая категория – город Ростов-на-Дону.
Сергей Рахманинов. «Утес. Фантазия для оркестра». Дирижирует Наталья Карамышева. Третья категория. Город Екатеринбург. Thank you.
балета «Конёк-Горбунок». Дирижирует Татьяна Коротова. Вторая категория – город Ростов-на-Дону.